День борьбы с курением. Проверим, как торговые точки в Заречном соблюдают закон. Гелевая ручка и знания – все, что им нужно. Зареченские выпускники приступили к сдаче ЕГЭ. Город, который спокойно спит. В администрации беспокойны, как пройдут выпускные и рок-фестиваль. Здравствуйте! В эфире программа «Детали дня» в студии Екатерина Танких. Завтра начнется лето. В предвкушении ясных солнечных деньков наша съемочная группа отправилась на улицы города с опросом. Нас интересовало, каким будет это лето для зареченцев. Только работа, больше никаких. У нас все планы на даче. Всегда хватает работы. Внучки и прочее, все это. Они вот в Турцию едут, а мы старые будем. Овощи выращивать. Я поеду в Асбест. Зачем? Что там будешь делать? Буду с маленькой Лялечкой водиться. И я здесь останусь. А здесь что будешь делать? Гулять. Гулять с друзьями? Угу. А не знаю, мужчины, не знаю. Гулять, ходить на площадку, первую смену только. Вот. Так, съездить с родителями, отдохнуть. Ну все. Сегодня день борьбы с курением. Накануне приверженцы молодой гвардии вместе с представителем комиссии по делам несовершеннолетних отправились в очередной рейд по магазинам Заречного. Организаторы проверяли, продают ли работники торговых точек сигареты подросткам. Воспитывать нарушающих закон продавцов отправилась и наша съемочная группа. Уверенность в себе – вот все, что необходимо участникам рейда. Сейчас два школьника готовятся проверить, соблюдают ли магазины Заречного закон о запрете продажи табака несовершеннолетним. Этой девушке исполнилось 15 лет. Она уверена, в большинстве магазинов сигареты ей не продадут. И действительно, из первого павильона школьница выходит с пустыми руками. Не продали, спросили паспорт. Второму 17-летнему участнику рейда в запретной покупке тоже отказали. Организаторы приятно удивлены. Пока продавцы закон не нарушают и добросовестно требуют паспорт. Однако радоваться пришлось недолго. Продавец третьего магазина без проблем протянула подростку пачку сигарет. Продали. Даже не спросили, есть ли паспорт. И в этом рейде не обошлось без хитрости. Несмотря на нарушение закона, продавцы одного из магазинов пытались оправдаться и спорить с обвинениями. У вас сейчас же есть право интересоваться? Да. Запрашивать документы? Мы всегда интересуемся, всегда это спрашиваем. У нас выписана видео, фотосъемка. Мы понимаем. Что сейчас продавцам дано право спрашивать у несовершеннолетнего, то есть у покупателя возраст. Спрашивать документ, подтверждающий возраст, чем сейчас продавцы до сих пор не пользуются. В комиссии по делам несовершеннолетних разводят руками. Количество продавцов, нарушающих законы, не уменьшается. Но участники рейда уверены, если и дальше проводить такие проверки, напоминая продавцам об их обязанностях, то незаконных продаж станет меньше. Множество раз, даже проходя мимо, просто видела, как продают алкоголь, сигареты несовершеннолетним, моим сверстникам и даже первоклассникам. Были такие случаи. А у нас, как бы сказать, вся школа спонсируется этим. Поэтому в этом ничего такого удивительного нет. Итог рейда печален, отмечает руководитель отдела молодой гвардии. Из 8 магазинов 4 школьникам сигареты продали. Сегодня мы, значит, не побоялись заехать в крупные магазины. И, к сожалению, результат был налицо, что крупные сети отчасти продают табачные изделия, не спрашивая у несовершеннолетних лиц документы. Это был уже не первый рейд по проверке зареченских магазинов и далеко не последний, обещают организаторы. В любое время подростки могут пройтись по местным торговым точкам, чтобы еще раз проверить бдительность продавцов. Что касается видеоматериалов рейда, то они, как и чеки от покупок, уже переданы в правоохранительные органы. Мария Морозова, Антон Коряков, Сергей Жильцов. Детали дня. Безопасность превыше всего. Как провести массовые мероприятия без нежелательных последствий, решали сегодня в здании администрации на Совете безопасности. В повестке дня два вопроса. Выпускные вечера и старый новый рок на волне. Единственное, что вызывает у нас некоторые сомнения, это группа «Коррозия металла». Там некоторые наши респонденты гостевой книги беспокоятся, что они начинали свое творчество с некоторых экстремистских таких песен. Но последние годы ничего подобного нет, там уже стареющие
старые рокеры. Совет безопасности подробно разбирает список групп участников фестиваля. Старый новый рок состоится 2 и 3 июля. И все должно пройти как по маслу. В программе выступления популярных российских музыкантов, необычный лесной волейбол и салют. Возможен визит первого лица области и Наины Ельциной. Ведь спонсором этого концерта является фонд первого президента России. Самое бурное обсуждение вызвали вопросы транспортного сообщения и употребления алкогольных напитков. Первое решение по безопасности чиновники озвучили сразу – запретить продажу алкоголя в стеклянной таре. Остальные предложения по безопасности будут включены в постановление о проведении фестиваля на следующих собраниях. Вторая тема совещания – обеспечение безопасности на выпускных вечерах. В этом году не бывало мало 11-классников – порядка 60 человек. У нас планируется один медалист в школе номер 7, но можно подъехать там ребенку вручить. Даже если бы мы выпускали одного ребенка, праздника все-таки лишать не надо. Давайте посоветуемся в коллективах, что называется, с родителями и так далее. Если люди скажут, что да, пусть нас мало, но мы все равно придем, это же какой-то достаточно серьезный торжественный момент. Поэтому традиции. Давайте подумаем, ну не надо ломать, мне кажется, традиции. Выпускникам на плацу стоять не грозит. Президент Дмитрий Медведев предложил дать возможность выпускникам, попадающим под призыв, поступить в вузы, пишет сегодня информагентство АПИ. Рассмотреть этот вопрос президент поручил министрам обороны и образования и науки. Весенний призыв в этом году заканчивается 15 июля. Выпускные вечера в школах проходят в 20-х числах июня, а зачисление в институты происходит, как правило, в конце июля – начале августа. Таким образом, многие школьники могут не успеть поступить в институт и сразу после школьной скамьи попасть в армию. В связи с чем Дмитрий Медведев решил пересмотреть законодательство и дать молодым ребятам один шанс на поступление в высшее учебное заведение сразу после школы. Тем, кому не удастся попасть в списки зачисленных в институт, ожидает осенний призыв. Накануне российские выпускники сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. Для кого-то он оказался не первым. 27 мая выпускники уже прошли тестирование по одному из предметов на выбор. Как сэкономить школьный год и стать студентом раньше своих одноклассников, расскажет Мария Морозова. Ученик второй школы Виталий Лебедев – выпускник особенный и от остальных отличается тем, что сдает ЕГЭ на год раньше своих сверстников, сразу после 10 класса. В начале учебного года он узнал о новой программе Уральского федерального университета «Школа-ВУЗ» и решил рискнуть. Я узнал об этой программе, что можно сдать экстерн, за один год, два класса получится. Ну и захотел попробовать свои силы. Родители были за, учителя за. В течение 10 класса Виталик проходил дистанционное обучение, выполнял задания по русскому, математике и физике на сайте УРФУ. Сегодня для него цель номер один – поступить на физико-технический факультет. Школьник уверен, что русский язык сдаст хорошо. Перед экзаменом от волнения не осталось и следа. Сегодня ночью что-то снизу, а так нормально. Ну, вроде нет волнения. Так, не смертельно. В этом году единый госэкзамен по русскому языку сдают 67 человек. Среди них выпускники прошлых лет 2, 6, 7 и вечерних школ, а также студенты Белоярского многопрофильного техникума. И в этот раз новшество систему сдачи ЕГЭ не обошли. В этом году впервые автоматизированная рассадка учащихся, то есть распределение все утром происходило автоматизированно. Автоматизированно были распределены организаторы по аудиториям и работающие вне аудитории дежурные. Теперь надо сдать полностью телефон. Вообще его не только отключен, он не должен быть, а вообще он сдается телефон, потому что достаточно строго теперь, чтобы никакими устройствами дети не пользовались. Результаты экзамена по русскому языку выпускники смогут узнать в течение следующих 2 недель. Виталий Лебедев уверен, что наберет высокий балл. В конце концов, он ничего не потеряет. Если удача не улыбнется ему в этот раз, то выпускник отправится в 11 класс и использует свой шанс в следующем году. Мария Морозова, Антон Коряков, Сергей Жильцов. Детали дня. Праздник в умном доме. Институту реакторных материалов исполнилось 45 лет. Юбилейная дата приурочена к двум важным событиям – пуску первого ядерного реактора ИВВ-2 и рождению научно-исследовательского института. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с теми, кто начинал рождение науки в Заречном, и узнали, зачем идут работать в институт и о каком свете помнит простой механик. Только совершен пуск, эти люди перед вами похлопаем еще раз!
23 апреля 1966 год. На фото пусковая бригада первого атомного реактора БАЭС. Сегодня это фото уже раритет. 15 человек, отцов ядерного детища, помнят этот день, как вчерашний. Я этими руками вытащил первую обечайку из реактора, и он перестал существовать, как ИВВ БАЭС. Потом он стал ИВВ БАЭС. Это очень такой, ну, во-первых, сосредоточение всех, и вся. Никаких лишних движений, все было, так сказать, разграничено, все было расписано, все было рассказано, все было показано. И вся эта подготовка, очень тонкая работа, физпуск, когда мы первые, так сказать, и получилось все нормально. Николай Петрович приехал работать в Заречный, когда «Свиникиет», так назывался раньше ИРМ, только зарождался как предприятие. Вместо рабочего места – строительный каркас, конструкции и часть стен. Это первое, что увидел новый сотрудник института. Две небольшие комнаты приютили тогда, сейчас уже существующего монстра науки. Как говорят о нем его сотрудники. Таким он стал благодаря работникам. Самое главное – это все-таки научно-технический потенциал, который мы создавали много лет. Мы его поддерживаем, мы его не растеряем, мы не теряем его. Поколения сменяются, но тем не менее мы обучаем молодых. Молодым специалистом 36 лет назад пришел в институт и сам Александр Андреевич. Говорит, на романтику потянуло. В то время заниматься наукой было, как говорится, модно. Александр еще мальчишкой мечтал исследовать и создавать. Создавать – главная особенность в работе научных сотрудников института, считают они. Самое важное, когда мы вывели аппарат в 1983 году, в январе месяце, вывели на мощность 20 тысяч киловатт, 20 мегаватт. А работаем мы сейчас на 15 тысячах, то есть на 15 мегаватт. А мощность проектная была 5 тысяч, то мы в 4 раза тогда превысили проектную мощность. Вот это самый важный, я считаю, момент был. Реактор работает и по сей день. Уже 45 лет. Дозиметристы, сузовики, дежурные механики опекают его как маленького ребенка. Бывший механик Юрий Иванович Наумов любит его за красоту. Если вот взять одну кассету облученную, в темноту поставить, в воду, она как светильник. Голубой свет издает. Очень красиво. Голубой свет освещает дорогу Заречному к Центру атомной энергетики Урала. А центром науки города по праву можно считать Институт реакторных материалов. Центром атомных инноваций, центром принятия решений, важных для всей страны, для всей отрасли. С праздником вас, ИРМ! Екатерина Танких, Антон Коряков, Сергей Жильцов. Детали дня. Город за. Первый в Заречном телевизионный конкурс талантов продолжает свои поиски. Если вам есть что показать, становитесь участником проекта. Напомним, съемки зареченских талантов уже начались. Первые участники уже знают, каково оказаться перед объективами телекамер. Подать заявку на участие в конкурсе еще не поздно. Мы приветствуем любые жанры и направления. Если у вас есть готовый номер на 3 минуты, спешите заполнить анкету. Их вы можете найти на нашем сайте zartv.ru. Заявки принимаются до 19 августа. Не забывайте звонить нам и рассказывать о своих проблемах, о своих победах, о радостях и неприятностях. Ваши новости – это главные детали в информационной картине дня. Наш телефон – 7 11 72. До встречи!